Ну как ощущение? Это Спарта! У них аэродинамика нет. Волю свою собери в кулак! Не охай, блин, меня! Да, это как муляж. А тут Женя вообще сжигает. Женя, давай! Yeah! Молодец! Молодец! Черный лучше! Эта акция, в принципе, как все наши, один из таких важных сенсов, то, что люди мусять радоваться життю, мусять, в принципе, робить свет это больше ярким, расслабляться и сябровать. А зараз еще сессия у нас у студентов, и тому так достаточно стрессовая ситуация, мы решили таким чином людей собрать и просто повеселиться, отпочить. Но людей было не так много. А лепше самый нормальный вариант, потому что ты, кто уже ведаешь, что сессия потребует починки, они пришли, человек 50 тут было, наверное, больше. А коли было больше, то нам просто уже складаний было, тут и снега мало, в принципе. Так что людей та самая колькость. То у нас завсёды с мэты повеселить людей. И дать им задоволение от нечего. И ты, людей, которые захотели прийти, в этот день. Они пришли, отримали задоволение. Я лечу, что все отрималось на 100% выдатно. А что вы чекать далее от вас? От нас чекает 2010 года. Это будет просто огонь, потому что у нас уже шмат планов. Мы надеемся, что мы найдем поразумение у уладу, и они не будут нас чапать. И я думаю, что просто Минск будет значительно больше колеровый, значительно больше радостный и значительно больше Минске. Он не будет шерый город советский, некий, незразумелый, как там ее паранойят с Москвой 70-х, те некий меньшим. Это будет некий твар Минску, это будет некая особливость Минску. Я надеюсь, мы этим допоможем нашему городу. Нас можно назвать просто хорошие люди, потому что мы стараемся быть. Просто радовать людей.